Другим темам состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летнему юбилею университетского образования в республике. На празднике присутствовали как ветераны отрасли, так и молодые специалисты. Их всех поздравили в церемонии. Отметили, что сегодня СВФУ становится не просто региональным вузом, но и одним из ведущих учебно-образовательных центров всей страны. 60 лет – это очень много. 80 тысяч с лишним студентов закончили наш университет. Представляете, 8 тысяч – огромная цифра. И о том, насколько развивается наш университет, говорит хотя бы тот показатель, что в первом учебном году, 56-57 год, обучалось 1700 студентов, то сейчас обучается более 17 тысяч студентов из 40 регионов Российской Федерации и 37 стран мира.